наступил такой волнительный момент. То есть мне хочется пригласить на сцену человека, ради которого приехали. И еще одного человека, это нашего генерального спонсора, генерального директора ООО ФСК «Стройэнерго», Сергея Павловича Лозина. Виновника Давида Голощекина. Добрый день, Питер! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады очень участвовать в этом фестивале. Мы к нему долго готовились. И я вам скажу, что не каждый город сегодня может похвастаться таким ансамблем, таким джаз-бендом. Джаз-бенду 17 лет. Бессменный руководитель Валерий Мурзов. И мы сегодня рады. Музыка скажет все за себя. Джаз-бэнд очень много принимал гостей, мэтров зарубежной и нашей российской эстрады. Но бога джаза я хочу сегодня поздравить еще раз с 70-летием, пожелать ему дальше творческих успехов, открывать такие же таланты новые. И всего самого ему наилучшего здоровья прежде всего. Но одна молодая художница Тольятти увидела бога джаза таким образом. Мультимузыкант Давид Семенович Голощекин.